Что, нагребли игрушек? Будем рассматривать, да? Пошли, покажи мне свой пакетик. Ого, сколько там всего у вас. Пошлите. Привет, так на чем Витя и Маша. Привет, друзья. Вчера мы были в развлекательном центре «Фабрика» в Херсоне и накупили немножко игрушек. Ну что, может быть, давайте посмотрим, что в пакете? Да. Держите пакетик. Что у нас там в пакете? Что это такое? Слон какой-то прикольный. Это даже не слон, какой-то чудик. Это лизун. И по идее из него должен вот из этого хобота вылезать лизунчик. Ну что, попробуем распаковать? Давай. Так, ну что, давайте распаковывать нашего чудика. Он резиновый. Хорошо надавливается. И лизунчик здесь у нас. Давайте посмотрим, что за лизунчик. Ага, он здесь тоже запакован. Убираем. Так, открываем. Смотрите, какая слизючка. Хорошо, а куда же его туда запихивать? Оно... Прямо в хобот? А ну, я даже не представляю. Стой. Так, подожди, может он его как бы, как пьет, смотри. Дети, посмотрите. Я сопливый слон, я простудился. Пчхи. Смешная игрушка, правда? Машуль, теперь ты доставай. Ух тышка, что это? Ух тышка, это куколка мороженка в бокале. Да? Да. Смотрите, какая она интересная. Вот. Сейчас мы можно понюхать и узнать, что это за фрукт, потому что это игрушка с запахом. Давайте посмотрим. Давайте откроем. Давай открывать. Вау, какое крутое мороженка. Понюхаем. А ну понюхай. Черничка. А ну дай мне понюхать. Да, нет, Маша, это не черничка, это виноградик. Да, это виноградик. Это мороженка с виноградиком. А ну открывай крышечку. Ух тышка, какая рыжеволосая там девочка какая-то сидит. Ну что? Давай будем ее превращать в девочку. Вот выворачиваем. Да. Получается вывернуть? Получается. Нет, не получается. Вот девочка хитрая. Да. Так, попробуем вывернуть эту нашу девочку. Кстати, да, сам ребенок не сможет вывернуть. Ну, тяжело такой вот. Резиновый какой-то пластик тяжело выворачивается. Не знаю, может, какой-то секрет есть. Может, вы знаете, ребята, как легче ее вывернуть? Потому что я бы не сказала, что она такая легкая на выворот ее сделать. Так, все, поворачиваем. И что у нас получилось? Посмотрите, какая принцесса. Какая милая. У нее двигаются ручки. Поворачивается головка. И шляпку обязательно и надо. Носочка. Так, вот мы шляпку одели. Ее можно причесать, потому что у нее густые красивые волосики. Держи, Маша, отличная игрушка. И что это такое? Термомозаика. Так, это такая вот модная сейчас термомозаика. Состоит она из каких-то таких резиновых, или я даже не знаю, что это такое. Ну, короче говоря, вот такие интересные цилиндрики. И вот платформочка. И можно выкладывать на этой платформочке всевозможные фигурки. И потом мы проглаживаем эти фигурки утюжком, и у нас получается какой-нибудь интересный брелок или фигурка. Классная вещь, правда? Так, Машуля, дальше открываем. Маша,
доставай. Опачки, а это что за маленькая коробочка у тебя? Такая же куколка, но пироженка. То у нас было мороженка, а это пироженка. И маленькая. Из чашечки какой-то там вылазит, да? Не, капкейк. Капкейк – это пироженка. Ну что ж, давай посмотрим, какая она у нас на вкус. Да. Вот такая вот милая куколка. Сейчас мы попробуем ее вывернуть, и она выворачивается легче. Посмотри, какая красота. Ух ты ж, и волосики тоже у нее густые. Головку теперь она может одевать свою шляпку красивую и идти на бал вместе со своей старшей сестричкой. С мамой. Или с мамой. Посмотрите, какая красота. Супер! Тебе нравится, Машенька? Ну что, Тимофей, твоя очередь доставать игрушку следующую. Да. Давай. Что это? Паровозик. Это вагон метро. А ну, доставай его. Ух ты ж, какой вагончик классный. А двери открываются у него? Да. Вот так, классно. Ну, сама моделька очень такая классная в том плане, что она железная и как бы неубиваемая. Вот такой вот вагончик метро. Класс? А ну попробую его запустить. На батуте плохо едет, да? Ну вы слышали, колесики прокручиваются? А ну давай попробую еще раз. Нет. Машенька, а что это у тебя в руках? Ух тышка, можно откусить кусочек? Нет. Почему? Мыши. Как? Откуда там мыши взялись? Их же нету. Что там? Мышь. Нету там мышей. Ой! Ой, кто это показался? Что это за морда такая? Что это такое? Мыша, как ты туда залезла? Короче, этот сыр очень мягкий, его можно чвякать, вот так вот мять и растягивать эти дырочки, что оттуда могут вылазить и залазить мышки. А ну давай вторую найдем, где она тут? Вот она лезет из сыра, вот такая мышка, наружка. Ла-ла-ла-ла. Твоя очередь доставать игрушку следующую. Да. Давай. Что же у нас там, что же у нас там еще в пакете? Кока-кола? Какой-то напиток? Какой-то он странный напиток. Да нет, что-то там тяжелое на напиток не похоже. Давай раскрывать. Как же она открывается? Вот она сверху. Чуть-чуть надо убрать этикетку и открыть. Держи, Тимофей, что у нас там? Что это такое? Вагончик. Вагон метро. Тима, тебя прям везет на вагоны метро. Написано Украина, такой национальный у нас вагончик. Украина. Так что он составит компанию твоему еще одному вагончику. Смотри, жалко, что они не цепляются. Да? Было бы прикольно, если бы у другого можно было бы прицепить. Ну что, дети, прикольные игрушки? Да. Ну, здесь в пакете осталась мелочевка. Давайте ее всю вывалим, посмотрим, что здесь. Так, а ну давайте смотреть. Ага, смотрите, вот это ножик, это какое-то опасное оружие, Тим, или нет? А ну покажи, это ножик фокус, давай. Вот такой, он туда-сюда залазит, это... Острие залазит туда в рукоятку, и можно делать всякие фокусы. Маш, а тебе что здесь нравится? Здесь есть какие-то шопкинсы, я вижу, да? Вот повываливались шопкинсы. А это карамельки, да? Розочки-карамельки. Вот тут еще есть. Давай. Кому понравился шапливый слоник, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Тимбита и Маша. Пока-пока. Пока, друзья!